Открываюць военный парад барабанщики. Это выхованцы Минского Суворовского военного училища. Проходят офицеры штаба белорусской военной округи. Многие из них выполняли интернациональный обовязок в Афганистане. Были удельниками ликвидации выников аварии Чернобыльской АЭС. Сегодня яны в парадном строе. Это полковник Юрий Петрович Сеньков. На передыдне свята ён отримал это высокое звание. Подполковник Петр Митрофанович Бродихин и Владимир Мельков. Вот уже другий раз принимают удел у параде у Минску. Ободва узнагороджены орденами за службу родине во Узброенных силах СССР третьей ступени. Такую же узнагороду мае и майор Сергей Дмитрович Волкогонов. Офицеры умеют наладить коллективную работу, натхнить людей особистым прикладом. Вось на марше парадные разлики Минского высшего военно-политического агульно-войскового училища. У одной из колон крочить командир курсантской роты в училище майор Игорь Валентинович Никушин. И он выконывал интернациональный обовязок в Афганистане. За мужность и стойкость узнагороджены орденом Червоной Зорки. У парадном строе сержант Владимир Чижик. До поступления в училище он служил, воевал. Узнагороджен медалем воину и интернационалисту от удячного афганского народа. Теперь выдатник учебы. Обыч с ним старший сержант Александр Чуханов, сержант Михаил Козлов, ленинский стипендиат, сержант Сергей Пяньковский. Он еще в школе вырешил стать военным. Поступил в Киевское Суворовское училище. Теперь он наместник командира взвода курсантов, выдатный спортсмен. А зараз мы бачим, як ідуть у парадном разліку курсанты Мінського вышейшого інженерного зенітного ракетного училища протиповетраної оборони. Больш трьох десятків годов у стенах гэтай навучальної установи рыхтують вартових мирного неба айчини. З гонором говорить товариши про старшого сержанта Марка Маркова, курсантов Віктора Махова, раціоналізатора Александра Беловусова, Романа Карнавуха і інших. Усеянные выдатники учебы, молодые коммунисты.
Трымаюць раўненне гвардейцы мотастралкі. У гады Великой Айчыннай гэты род войск называлі царыцай палёў. И у мирны час воины імкнуцца прымножыць традыцыі аднапалчан. Напрыклад, падраздзяленні, якім камандуе капітан Алексей Евстигнеев, ўжо некалькі гадоў запар з'яўляецца перадавым. Сержанты Георгий Федоров, Бахнияр Сафаров, родовы Николай Мельничук удостоены подяг командиру. Советские бронетанковые войски народились у дни революции. Яны унесли неоценный уклад в разгром фашистской Германии и империалистичной Японии. Высоких выников боевой и политической подрыхтовцы добиваются сёлета воины-десантники, которые прибыли в город-герой Минск для удела у военном параде. Узначаливая парадный разлик капитан Владимир Игнатюгин. На марше авиаторы. У парадным строі офицеры, сержанты и солдаты подразделения, где служит старший сержант Игорь Нелядин. У им служит и ефрейтор Александр Фефелов. В авиации первый год, але уже завоевал авторитет, повагу товарищу по службе. Идут сувязисты. Гэты род войск быў створаны па прамому указанню Уладзіміра Іліча Леніна. За подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 303 ваенныя сувязісты ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза. 127 сталі поўнымі кавалерамі Ордэна Славы. І цяпер, у дні мірнай вучобы, воіны-сувязісты імкнуцца памнажаць іх славу. Урачыстым маршам праходзяць выхаванцы Мінска Суворовскага ваеннага вучылішча. Для першакурснікаў гэта, бадай, першае сур'ёзнае выпрабаванне. Наогул спасцігаць ваенную справу навука нелёгкая. Яны ўпэўнена ідуць выбраным шляхам. Не выпадкова пра суворовцаў Евгена Ганчарова, Руслана Каганова, Дмітрыя Радзіонава, віцэ-сержанта Дмітрыя Бабыра, ды і іншых выхаванцаў, гаворыць таварышы, выдатная змена расце афіцэрам. Вось на площу, якая носит имя заснавальника нашей державы, вступая механизованная колонна. С
строго витримлюючи інтервали і дистанцію перед трибунами, проходять бронетранспортери, бойові машини піхоти, самоходні артилерійські установки, бойові машини зенітчиків, ракетчиків. Керують этой техникой вчерашние рабочие колгасники. Многие из них с допомогой старейших товарищей у короткий термин освоили складанную военную технику, стали соправдными майстрами военной справы.